Как космонавты на орбите долгое время обходятся без близости женщин? Миссии на орбите сейчас продолжаются месяцами. Но у молодых мужчин в отличной форме естественным образом должны быть потребности в близости с женщинами. Причем вопрос не сводится исключительно к физиологии. Общение с противоположным полом, присутствие женщин вокруг – один из элементов поддержания нормального психологического состояния мужчины. На Земле в подобных ситуациях проблему решают по-разному – от приема специальных веществ до принуждения к воздержанию. Но для космоса такие способы в любом случае не годятся. Лишь однажды представитель НАСА обмолвился, что никаких запретов на этот счет нет. Космонавты вольны в том, вступать в контакты с представителями противоположного пола, если экипаж смешанный или нет. Так же, как и вольны в возможности смотреть на орбите фильмы соответствующего содержания и решать проблемы другим приемлемым способом. Первый фактор – резкая смена условий жизни. Даже после долгих тренировок, полет на орбиту и приспособление к условиям станции – это огромный стресс для тела. Организм бросает все силы на адаптацию. Как и в других стрессовых условиях, половой инстинкт – это то, чем организм временно жертвует. Второй фактор – большие физические нагрузки и напряженная работа. В невесомости мышцы атрофируются. Поэтому космонавтам приходится постоянно выполнять комплекс упражнений на специальных тренажерах. Чтобы напряжение не копилось на орбите, задолго до полета космонавтов и астронавтов начинают психологически готовить к нему. Команды подбираются с учетом совместимости. Членов экипажа учат взаимодействовать между собой, использовать различные приемы сбрасывания копящегося напряжения. На орбите устраивают небольшие праздники, веселятся, стараются поддержать друг друга.